Сегодня при попытке вывести африканский буйвол, так сказать, в практически завершающем этапе, погиб шестой уже волонтер, мальчишка 2008 года. Те люди, которые были с ним, тяжело ранены, сейчас идут операции, за жизнь каждого из них борются врачи. Одновременно вместе с ними привезли двух русских солдат, как они попали в парк, неизвестно. Уничтожен весь транспорт, на котором приехали ребята. Вот такие вот дела.